Давайте посмотрим, с какими вопросами родители столкнутся, когда они начинают поиск и подбор школ, когда ребенок уже обучается. В первый момент, как подбираются школы? Школы подбираются, с одной стороны, на основе информации, с другой стороны, на основе беседы с ребенком. Кто это сделает лучше, родители или вторая сторона? Думайте сами, решайте сами. Второй момент. Открытие визы. Здесь тоже есть достаточно много специфики, потому что обучение в средних школах – это другой тип визы, это не краткосрочное обучение, долгосрочное. Здесь есть вопросы опекунства, поэтому знаете ли вы ответ на эти вопросы, действуйте сами. Если не знаете, лучше обратиться к экспертам. Следующий момент. Во время обучения. Конечно, для любого родителя безопасность собственного ребенка – это то, что будет волновать вас каждый день. Пока ребенок рядом, эти вопросы у вас дома решены. Когда он находится в школе, возникает сразу, почему он не звонит третий день, как быть в случае, если ребенок жалуется на свое здоровье, когда приезжать, какие предметы выбирать, что делать, если ребенок отстает в школе и не успевает по каким-то предметам. Знаете ответы на эти вопросы, можете действовать самостоятельно, нет, пожалуйста, обращайтесь. И такие вопросы дальше будут возникать постоянно до тех пор, пока ваш ребенок не наберет вот ту критическую массу, когда он уже будет самостоятельный. Скорее всего, это будет в университете. А задача средней школы – как раз помочь, и работать в команде всегда проще, когда с одной стороны родители, с другой стороны дети, с третьей стороны профессиональный эксперт.